каждым годом в мире становится все больше людей зрелого возраста, старше 50 лет. И, как обещают эксперты-демографы, в ближайшие десятилетия в эту возрастную категорию попадет каждый третий россиянин. Европа, как всегда самая дальновидная, еще 20 лет назад установила эту тенденцию и начала делать ставку на людей старше 50. А что же у нас? А у нас создан проект 50+, частная гражданская инициатива, основная цель которого – объединить людей зрелого возраста и предложить бизнесу их финансовые возможности. Объяснить обществу, что люди категории 50+, это опыт и компетенция. Я думаю, что сегодняшнее мероприятие очень значимое, потому что 50 – это не возраст. Сегодня здесь выставка, которая показывает, что можно и в 50, и в 60 быть молодым, красивым и приносить огромную пользу. Первым этапом проекта стал первый международный форум-выставка 50+. Все плюсы зрелого возраста, прошедший с 1 по 3 ноября этого года в экспоцентре на Красной Пресне под патронажем правительства Москвы и торгово-промышленной палаты. Его партнерами стали Почта России, Мегафон, группа компаний ПИК, Суперджоп. Международный форум состоялся 1 ноября в рамках форума выставки 50+. В ходе форума, в котором приняли участие российские и европейские политики, ученые, экономисты, общественные деятели, маркетологи, были затронуты важнейшие вопросы, касающиеся всех сфер жизни пожилых людей. Много внимания участники форума уделили качеству жизни и созданию комфортной среды для проживания людей старшего поколения. Сохранение их нравственного и экономического присутствия в жизни страны. Сама же выставка «Все плюсы зрелого возраста» проходила 3 дня. На площади около 6000 квадратных метров было представлено более 100 экспонентов по 9 основным направлениям – здоровье, финансы, недвижимость, туризм и отдых, техника и электроника, хобби и досуг, бытовые и социальные услуги, мода и красота, государственные и общественные организации. Для посетителей была подготовлена обширная развлекательная программа. Концерты с участием звезд эстрады, творческие встречи с известными артистами, музыкантами, искусствоведами и писателями, показы модных коллекций. Посетители получили консультации специалистов по трудоустройству, прошли медицинскую диагностику, прослушали лекции по защите от мобильного мошенничества, приняли участие в мастер-классах по кулинарии, фото и живописи. И все эти 3 дня здесь царила атмосфера настоящего праздника. За 3 дня выставку посетили около 15 тысяч человек. Их активное участие во всех мероприятиях выставки свидетельствовало об одном. Люди после 50 хотят жить ярко и насыщенно. Вы знаете, вот все, какие эпитеты только есть, все этой выставки.